А мы продолжаем играть в Айзека, Стрик, Иден... Стрик за Идена, Эдена, как хотите. Let's go. Оу, а вот это мне нравится. У нас тут пони, у нас тут Митра, и у нас тут, кстати, Инфами. И, кстати, у нас тут так себе статки. Но у меня есть полет. Так что жаловаться грешно, в принципе, статки компенсируются полетом. У вас маленькие статы, компенсируйте полетом. Да. Да, потратить кучу времени на зависть, это круто вначале. Просто первое, что я вижу в этой игре. Я даже знаю людей, которые рестартят, когда видят ее. Ну, правда, они не набивают это, в этот момент стрик, так что... Им как бы все равно. Так, ну зато я стреляю часто. Дамажу не очень, зато часто. Да и, фу, блин, игра. В жопу иди. В жопу иди. В жопу идите, пауки. Вы забодали. Ненавижу комнату, ненавижу пауков. А чё дэмэдж? Больше дэмэджа, богу дэмэджа. Где мой бримстоун? В конце концов. Слава богам. Ера. Вау. Хорошо, вернулся. А, так это у нас... Все понятно. Это у нас Excel. Я даже не посмотрел. Я даже не посмотрел, Excel ли это. Ну тогда все немножко лучше. Я думаю, что я попробую себе ХП набрать, возможно. Сатанинская Библия немножко лучше лошади в этом плане. Возможно. Полет или брим? Глупый вопрос. Кстати, да, мы почему-то уже нашли босса. Да нет, Excel. Даже в какой-то момент я засомневался, то что это Excel, но это Excel. Я просто хочу поднабрать ХП с помощью книги. И посмотреть, нет ли полета на сделке. Потому что если есть, книга мой выбор. Так, комба неплохая. Митра. А это всего лишь HP up. А это всего лишь пин. Господи, это... Это босс для комбо с Сойей. И миллионом тимерсдауну. Он, блин, в любом случае сдохнет за 10 секунд. Прямого контакта с прожектайлами. Блин, да тоже ХП.
Так, это у нас deal 40 damage, что Эми... А, понятно. Понятно, я взял какую-то чушь. Я втираю себе какую-то дичь. Ну, а Rotten Baby тащит. Такую комнату я не помню. Оу! Ой, блин, я решал же эту комнату. Я забыл, как она решается правильно. Может, неправильно, но эффективно. Блин, ну полет, в принципе, мог бы затащить для меня сейчас. Afterburst DLC, конечно. Само собой. Иначе не бывает. Ну, я бы хотел синюю свечу, но... Ой, синюю, господи. Синюю, в принципе, тоже. Я бы хотел черную свечу, но... Сейчас она мне... Недоступна по финансовым соображениям. Я думаю, что я возьму все-таки полет. Думаю, что с ХП я разберусь как-нибудь после. А вот уклоняться от всяких луж, бримстоунов, прочего дерьма с помощью полета, это мое. Это по мне. И где секретка, я ума не приложу. С боссами она не контактирует, с узкими комнатами она не контактирует. Значит, где-то с двумя комнатами контактирует, а с двумя комнатами тут таких мест полно. Поэтому, fuck you, seller. Так, а у меня Curse of Maze, да? Ну да. Потому что шел я налево, а пришел я направо. Ну давайте направо. Давайте. Давайте сыграем в игру. Two of Clubs. Не спи, мужик. Эй! Эй, паук! Что, хамел, что ли? Паук, я тебя сейчас кастрирую нафиг. Стой. Стой, я сказал. Блин, по нему даже не видно, что он чемпион, кстати говоря. Не, вообще видно, но слабо. На что играю вне стрима? World of Tanks, а-за-за. Арта рулит и педалит. На самом деле ни во что, но иногда приступами раз в полгода в World of Tanks. Иногда. Все никак не могу до батчата докачаться. Охренеть можно. Надо было в такой комнате промазать. Где моя либра, блин? Я не понял, где моя либра?
Там сейчас такой ракомакофон в танках, что лучше вам и не знать. Постоянные, блин, сливы из-за того, что команда союзников пошла по одному флангу, команда противников пошла по другому флангу. Ну, естественно, ваши раки идут не по тому флангу, и, собственно, вы сливаетесь нахер. Стоял я на суперпершинге, развлекал. Штуки 3 противника в самом начале было. 34-85, какой-то из тигров. И такой же супер персик. Думаете, за мной кто-то стоял? Одна АТ-шка стояла. АТ-15 ближе к базе. Все. Все остальные уехали на ледник. Великолепно. Конечно, нас поимели в этом направлении. Естественно. Че бы не поиметь-то, блин. Стоит один першинг, блин. Раздает всем налево-направо. Ну, потому что они не знали, куда меня прошивать. А я не особо подставлялся. Но просто потом меня объехали. Потом к ним приехал какой-то из ИСов. И стало больно. Привет, мир. Ну что, в общем, танки это кошмар. А на первых левелах сейчас еще много чехов. Все качают чехи, и поэтому чехов там, да, жопа. Да уйдите к херам, сраные глаза. Они достали, блин. Выглядит так, будто ты не можешь поместиться между стеной и этим глазом. Ну хер тебе в рыло. Просто хер в рыло, хер Макмиллана. Господи, сделайте так, чтобы они были меньше, эти глаза, или что-нибудь сделайте. Уже надоело. Да ей-богу, ну не серьезно. Так, ты, тварь, попробуешь крутиться, я тебе рога пообломаю. Попробуешь дать мне что-то кроме угля, я тебе рога пообломаю. Ну ты скотина. Ну ты и Сидор. Ладно, дэмэджа мне не видать, я понял. Поэтому надо играть в арму. Нет, спасибо. Я не хочу целый томик управления персонажем читать. Фармить нужно. Не, вообще на первых левелах весело. Но эти чехи, первый-третий левел, дальше пока лично не трогал их. Если в топе, все норм. Но когда ты в топе, как правило, тебя просто набило в комнату с такими же чехами. То есть там просто все на одном и том же танчике катаются. Как бы это окей, но ну, не совсем окей. А если ты на дне, то это, как правило, против всяких ОАЙ японских и прочих зверюк, типа КВ-1, которым ты ничего не сделаешь вообще. Можешь забыть про такое слово, как дамаг. Слово дамаг не существует. Там, в принципе, с японцами-то ребята их уровня могут забыть, что такое урон. Поймать пару фугасов в рожу. Не томик, а 5 страниц. Ну да, это делает большую разницу. Mm.
Ровно. Просто ровно-ровно. Я думаю, что это именно тот забег, в котором нужно использовать. Зато на 10 левел поставили имбу, чтобы все качали, чтобы потом понерфить к серму. Ну, надо с чем-то народ заманить. Нет, там танчики прикольные, просто ну, мелкие левелы. Нет, балансированы. Ну, кому до них дело есть? Все равно третий левел пройдешь, блин, за там, день. Я думаю, можно за день такого хорошего кача прокачаться там до 4-5. Может быть, даже больше. В принципе, было бы желание, был бы прием, было бы время. Это не так сложно. Особенно, когда играешь и все идет в удовольствие. Меня больше удручает то, что теперь первые левелы кидает на этот сраный Митенгард. Вот меня он уже забодал порядком. Поскольку карта ололоевская такая, вообще, вот просто вот представьте себе ололо раш. Вот это оно. Потому что карта там, блин, 100 на 100 метров, по ощущениям. Этот бой протекает, там любой бой протекает, примерно минут 3, максимум. Вот, и после этих 3 минут ты понимаешь, что новички ничему не научились и не научатся никогда на такой карте. Не, она может веселая, но она не поучительная ни хрена, она учит ололо рашу. Все, что учит ололо рашу, автоматически идет в пень. Опа. Наконец речь пошла, о чем ты шаришь. Но в танках не шарю я. Такой вот конфуз. В целом играть весело все еще. Но для меня танки это каждый раз новая игра. Потому что каждый раз после нового патча эту игру, черт возьми, не узнать. Я приходил в 9.10, я приходил в 9.12, сейчас 9.13, и игра просто пумцы другая, пумцы другая, пумцы другая. И как будто бы сидишь и по новой привыкаешь к механике какой-то. Но супер першинг все равно тащит. Давай уже, слава богу, блин, он сдох. Стрим по первому Айзеку, блин, да вообще давно я вам его должен. Посмотрим, может быть, перед Новым годом что-нибудь придумаю. С этим. Слава богу, хоть не стреляющий, а спавнищий. А не слава богу, то, что дамага у меня все равно кот наплакал. В моба игры нет, не играл. Я не понимаю процесса игрового. Для меня очень странно, что, от чего там можно получать удовольствие. Да и, в принципе, задротить в дотку, там, или в лол, или еще во что-нибудь. У меня нет никакого желания, потому что это не один час, чтобы понять. Еще часов там. Еще часов 500 для совершенствования. Так что нет, спасибо. Но могу сказать, что если бы я играл, я бы играл не в доту. Совершенно точно. Если бы я играл, я бы, наверное, пошел играть в лол, потому что комьюнити русская как-то в доте не славится. Ничем, по-моему. Зиккурат. Зиккурат был на стриме, он сырой. Был когда-то. Там все было очень недоделано.
Я его тогда бросил. Вообще интересно, но он был явно сырой, просто вот дико. Да блин, чё рейнджап-то? Где мои вообще скотина, блин, сделки с дьяволами? Ты скотина неблагодарная. Мать твою, ублюдочная эта игра. Я тебя покалечу. Я тебя найду и покалечу. О, блин, да. 5 монет. А, еще и хера лысого мне даже. Хоть бы 5 монет дала, сволочь. Ну ок. Дальше. Так, я трубку я заберу, пожалуй. CSGO? Че я в CS забыл? Если я захочу поиграть, у меня Battlefield 3 есть. Если я захочу пострелять в онлайне. Хотя Battlefield 3, в общем-то, устарел уже, но он у меня есть. Блин, хоть бы Orbital дали, что ли? Что-нибудь бы. Ладно, бог с ним, не дают этот дамаг, но хоть Orbital дайте. Животное. Игра, ты животное. Все, чем я дамажу, это пока что Rotten Baby. Нет, Battlefield я, к сожалению, по-моему, покупал. О чем до сих пор жалею. Да, я покупал Battlefield 3. Это было раньше, чем его в Origin раздавали. Ну, он неплохо, просто. Просто не мое. Просто чтобы тащить в таких играх, нужно задротствовать. Нужно играть много и часто. Ну, если вы хотите хорошо играть. А не как-то так, через пень-колоду. Чтобы узнать свой класс, чтобы понять там, механику игры, баллистику ее, вот эти все штуки. Но мне это уже в силу возраста не интересно. Да и в принципе особо никогда мне не было интересно, вот в этом смысле мне не было интересно никогда играть в шутеры. Молочко разлилось, тирзап. Даже тирзапов не выпало еще ни одного. Я буквально иду на базовых статах до сих пор. Только хп апов 2 штуки было и... Нет, 3 штуки HP апа и 1 рейндж ап. Айзек на дефолте, блин. Да что такое, сраный чат. Я в чат засмотрелся и получил дамаг. Чат, блин, не отвлекайте меня. У тебя аж полет. Полету я рад. Без полета я бы уже сдох, наверное. И где мои сундуки, в конце концов? Кстати говоря. Не боитесь.
затащим. Ой, может где-нибудь реролл комната есть, а? Ага, HP up. Ну давай. Удиви меня бримстоуном. Гаппи Калор, блин. Аллилуйя. Слава богам. Господи, нож. И в мамку трансформация. Оу, е! Господи, я дожил до этого. Мне дали что-то адекватное в этом забеге. Пины. Нет, с моим дамагом нож это, конечно, смешно. Но, по крайней мере, это нож. Это вам не в тапки ссать. Нет, похоть. Ты не нравишься мне, похоть. Я не хочу. Можно похоть вернуть? Это хуже, чем шипы. Блин, шипы очень странно срабатывают, как будто бы заранее. Так, что это у нас такое? Джакер, ну да. Вот это дилемма. Жора или Джакер? Я думаю, что Жора. Жора мне может помочь хп удвоить, например, или ключи, или бомбы, или монеты, или что-нибудь. Да, блин. Шипы на скорости пробегаются. Ну, удачи. Боже, какая херня. Так, я оставлю, пожалуй, руку здесь. Потому что мне уже кого-то особо не нужен. Хотя, не, я лучше возьму ее и выкину в следующем этаже. А там уже видно будет. Это было громко. У меня громкий голос, живите с этим. Curse of Blind. Оу. Оу. На пробеле можно через шипы пройти. Я не подумал об этом. Вот это толковый совет. Лучше, чем пробеги. Да, блин. Так,
Ладно, я постараюсь не открывать сундуки, потому что сейчас я сделаю это абсолютно машинально. Ау. Ну что, черные кости на фоне серого пола. Я ни хрена их не вижу. X-Ray Vision. Как мне это поможет? Абсолютно никак. Так, ну ищем магазин. Не, ну нож это хотя бы нож. С ним хотя бы можно дамага нанести прилично. Не то, что обычные слезы. Хотя, в принципе, дэмэджа у него, по-моему, ровно столько же. Просто он, так сказать, работает немного по-другому. BFFs, о да. Humbling Bundle. Нужно ли мне это? Да как-то не особо. Вот PhD было бы круто. Я думаю, что мы откроем. Врожу себе сундук. Nope. Собственно, а что я жду от сундука красного? Синие сердца мне как бы нужны, но это все, что он может предложить. В то время как обычный золотой сундук может предложить, например... Крикет Кэт, например. И еще что-нибудь. Крикет Хэт. Атом-та. Плюс голову Стивена. Плюс... Что за демедж-шапы там еще падают с него? Или только эти? Короче, мое умозаключение в том, что мне не нужно нифига брать руку и искать красные сундуки. Дабл Жора. Да. Дабл бесполезность, я бы сказал. Тем более, что у меня есть Митра, старт в артефакт был. И мне как бы слегка не нужны синие сердца, потому что они мне и так падают вместо красных. Ну что, погнали дальше. Только перед этим я, пожалуй, сдам деньги в автомат. А то у меня 40 монет, из которых наверняка примется только 1-2. В общем, надо автомат пополнять, а то я его только опустошаю пока что. Я удивлен. Вау. Игра, что с тобой не так? Вау, она приняла все мои монеты. Это круто. Это очень круто, это просто потрясающе. Сделки нет? А почему сделки нет? Ее два уровня подряд уже нет. Шансы же повышаются, если на предыдущем уровне не получил. Что за бабуйня? Ну ладно. Типа у меня выбор есть, ага.
Ну, был выбор взять Жору, но... Ой, точнее, взять Джокера на предыдущем этаже, но... Кто ж знал? На прошлом была ты нож взял? Ну да. А, это на позапрошлом не было. Тогда ладно, тогда она будет здесь. Не факт, что на сделке было что-то хорошее, учитывая у меня... Учитывая мое проклятие слепоты. Ера, Ера, о, Элджис, Бленкру, Беркено. И Беркено. Резистанс. Было бы что удваивать. Я вам так скажу, господа. Было бы что удваивать. На первом левеле после открытой сделки шансы делятся на 4. На втором сделке на 2. И только на третьем после сделки шансы снова 100%. Не знаю. Я читал, что если на предыдущем не было, значит на следующем будет. Все, что я знаю. Эй, что эти шансы, если все равно рандом? Ну, в смысле, не совсем рандом, но... Ну, ты понял. Ну, еще немножко. Еще одна штука, да? Но еще один кусочек нужен. Еще один кусочек гапи. Не знаю зачем, правда. Я вообще тупо хп сливаю. Шанс 1,99%, большая разница. Ну да, ну да. Ох, игра. Хватит мне всякое давать уже. Не хочу. Трансформация в кота даст возможность взять другую активку. Ну, разве что, разве что. Ну так, мухи иногда будут появляться, так что почему бы нет?
Ни одного синего сердца. Окей. Фу. Минимальный дэмэдж. Просто минимальный. И то, что я взял BFF, это стало иметь смысл только когда у меня появилась бандаж-бол. Когда у меня появился моей родной русской речи. Потому что на Rotten Baby это действует исключительно визуально. Чтобы он стал лучше, ему надо взять Hive Mind. Да, вы видите, какой у меня дэмэдж, да? Это просто смешно. Блин, там мелкие есть. Блин, их не видно и так, а этого мелкого вообще не видно. Так, этот товарищ мне не даст ровным счетом ничего. Я имею в виду, что даже бомбы мне не помогли бы никак. Ну, вернее, помогли бы, наверное, но не особо. Two of Diamonds. Бесполезняк. Two of Diamonds. Когда они уже озвучку починят, в конце концов? Или они таки поняли, что сделали бесполезный кусок дерьма и такие, не, мы не будем это чинить. До свидания, в жопу мы домой. Я не буду заниматься этими мобами, пусть ими занимается сам босс. Это просто непродуманная атака до охерения. О, аллилуйя. Аллилуйя, братья. Аллилуйя. Короткометражка «Стрелок». Я фильмы не смотрю в последнее время. Да, у меня нож, и я бы дамажил Бримбро. Такое тоже случается. Нет, у меня действительно базовый дамаг. Можете убедиться в этом. Какой был в начале, такой и остался. Я статы практически не поднял. Кроме рейнджапа, от которого сейчас толку мало. Да, у меня ничего нет. 3 HP, а по рейнджап.
Это даже смешно. Блин, Эхвас мог бы с некоторым шансом давать здесь столб света. Пусть с очень низким шансом, но мог бы. Ты в конце концов мог бы его просто давать. Но нет. Разработчики решили, что нам и так сойдет. Хотя, конечно, можно было бы эксплойтить. Но это уже к вопросу о сбалансированности игры. Потому что то, что можно эксплойтить магазин в грид-моде, их не смущает. Это, в принципе, меня не смущает, потому что режим все равно барахло. Стрелок буквально 10 минут. Да, я забуду наверняка. Кстати, по-моему, уже был фильм «Стрелок» с Марком Уолбергом. Или я ошибаюсь? Или с тем другим чуваком из идентификации Борна. Я их постоянно путаю. Не знаю как. Ну, в смысле, я их не настолько путаю, чтобы прям не различать. Но сомнения закрадываются. Причем с Уолбергом был фильм прикольный, про снайпера. Не знаю, как насчет там реалистичности этого, ну, то есть достоверности информации, которую они нам говорят. Потому что там куча терминов. Кстати, по-моему, еще какой-то стрелок был. По-моему, их два фильма, именно полнометражных. Плюс вот, о котором товарищ в чате говорит. Лучок. Да. Просто скотство. Мне нужен дэмэдж. Я должен рискнуть. Я отказался ради полета. От полета и ради чего? Ради ублюдка, который будет тырить мои ключи. Но, по крайней мере, у меня две муки, потому что Mongo Baby не может копировать Бримана, зато копирует. Прекрасно копирует. Rotten Baby. А, ну правильно, у меня Бримро дамажит кучу дамага сейчас. У меня же BFF.
Но я стал ужасно медленным. Фу. Почему нож синий? И нет. Лов, нож синий. Он действительно синий. Точно не фиолетовый. Ох. Потрясающе. Просто потрясающе. Пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак. О-то-то-то-то-то-то. Не забег, а бред, воистину. Чушь Авдотьевна, а не забег. Оп-то-то-то-тон. Фак! Ну все, скотина, ты огребаешь. Изи пизи. Дефолт ран. Оу, е. Джиджи.